Нам творог нужен срочно. У нас сметана есть, вот нам творог нужен. Да, и У все меня стреляем куча. в молоко. Выйти из зоны. Я бы что-нибудь поделал. Руками или ногами? Да. О, слушай. Противогазы возьмите. Я в командира скинул гакошный. Кому нужен? Нет. Негра, негра. Какой мальчик? Где? Какой мальчик? У Обамы не должно быть автомата. Хочешь автомат? Хочешь автомат? Убивай ботов. Ну или меня убивай. Женщину убить. Типичный американец. Fucking Americans. Дайте автомат, пожалуйста. Слушай, смотри, ее брат подошел. Поездоник Питер, блядь. Смотри, разборки сейчас будут. Вали его тоже, вообще, блядь. Ползи! Ползи, тварь! Стоп, не ползи, сидеть. Ползи! Ползи, тебе сказали! Вчера себе таким демократию наслаждаешь. Да. Да не трогать его. Нет, есть еще один. Оставь, отойди. Отойди, дэмэдж. Ты там своих не подпали. А, долго слишком. А ты поставь просто ее, блин, все, он это. Он сейчас полечится, он сознание, он сейчас полечится, давай. Стреляй. Ну ты отойди. Теперь больно, я хочу тогда дамин. Там нужно было с руки лечить. Подожди. Можешь меня можешь полечить, Мафин, коли? Я только... А. Мафин нам нужен. Да. Ты разреши? Ой, смотри, красиво как горит. Какой у тебя дешевый ремешок и футболка беспонтовая. У меня есть идея, куда тебя спрятать. Быстрее беги со мной. Секунду, у меня ПЗ в карте. Что там, идет? Не нужно. Идет? Нет? Ты скиньте мне автомат, или я ПЗ должен буду опять убить. Питер, о, разреши. Я тоже в... А, ты не колол, что ли, мне еще? Я в кого? Я не могу колоть тебя. Ой, дорогие, я в кого? Отстань, отстань, ПЗ, нажми эскейп. Сейчас обколем еще. Смотри, да? я нашел тебе ствол с глушачком. Спитер, спитер. Да вот же, командир. Пристрели его. Сам пристреляй. Ничего, ничего да. Святого. Питер, я знаю, куда тебя спрятать, иди сюда. Питер, возьми себе да. Еще один стол с ДПшками. Вот, смотри, сидит чувак. Вижу еще один стол. Вот, возьми. Быстрее, нужно идти куда-то. Возьми с ГПшками стол, тебе пригодится. Да нужно идти куда-то, мне ствол не нужно. ФЗ, да возьми. Да возьми ГПшками ствол. У меня вот есть с ГПшками ствол и глушачок. Скраб к тебе со спины прыгает. Кто будет следующий? Ну, спасибо. Следующий кто? Ты женщина. Куда идти? Ты меня... Куда мне идти? Могу краба. Какое у него лицо замученное. Чик, не трогай его. Так что, краб, краб жив. Трогай, я сказал а он... тебе его. А это уже какая-то фронтография. Мальчик, конечно, у нас краб нет. А, это и матч валяет. Куда идти? Быстрее, нужно время. Да стой тут, нормально. У меня есть идея, подожди, стой. Суф, можно сесть в суф, да не бронированное. Надо суф, подожди, ПЗ. Вставай, посмотри ты что ли, суф. Посмотри, какая у него заниженная посадка. Опять да, посмотри, в остановку загнать, да? Да, в остановку пробить колеса, загнать его, он там не видит будет. Как раз у него это давайте, еще. Тащите себе Обаму, давай. Обаму, нас Обама ударила. Это предательство. Нас Обама ударила. Предательство ребят. Стороны. Я убегаю. Чем ударило? Чем его ударило? Молнии, блин, ударило. Путин своя опять использует. Поднимите кто-нибудь, ради бога, Обам. Маме плохо стало, что-то сердце прихватило, старый уже. Куда? Ой, противник атакует.
Ай, Иванчик задавил меня! Куда идти, куда идти, куда идти? На остановку беги. Дурак, на остановку беги. Посмотри. Флайер, отзовись. Ты пароман. Да ё-мо, я сейчас колесо сбегу. Ты его сейчас задавишь. А из зоны можно выходить или нет? Из синей нет. Убьют сразу или что? Да, триггер, блядь. Наверное. Ай, выстрел. Да, и был уже нормально, загоняй. Да он меня чуть... Просто бар... Вот, 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 давай, 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 давай. Все, 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 все. Палим, ну ладно. Да ни хрена не палим, ну нормально. Колеса пробили, дурак. Колеса уже точно, колеса палим, ну точно. Они уже штурмуют, я... Колесо пробили, дурак. Колесо это шпа, они меня будут снять отсюда, вот через эту дырку. Тебя ранило что? Больше. Сейчас я тебя полечу через стенку. Сильно... Пятки тут у тебя. Окей, сейчас выпаду. Нормально так, нет? Да, да. Только есть через нее. Все, 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 окей, все. Все, спитер там. Восток. Иванчик, сейчас. Понятно. Как куда есть противник? Алибус? Спецназ, по-моему, так танцует. Такистанский, да, такистанский. Ну и спецназ. Так, на девятиэтажке убил одну. На востоке. Спитер на сотый канал перейдем. Ты замираться больше нет, если что. Да. А, они близко, может, с бота принесут. Они, я не знаю где. Короче, две школы на востоке, они где-то в том районе. А ты в суп сесть можешь? Да. А он бронированный, тебе ничего не будет. Так, рядом с этого какой-то всполох по асфальту, пуля без шумки пролетела. Под девятиэтажкой пролетел. Бегает, пытался зайти в нее, я промахнулся, он убежал. За бок постами противник расстояние 200 метров, бежит. На востоке, которая? Да. Они бегут, где колечко? Постель. Не знаю, я сломал себе что-то. Двоих увидел, обстрелял, но не успел. Идут к отелю. Пошли за ними тогда, что ли? Я дам им, это палец синий. Пошли. Спитер, ты здесь? На западе катается.
блять. Да. Что я смотреть хотя я могу только положить тебя в багажник. Они здесь. Можешь сюда кинуть? У меня одна. Ты меня так слышишь? Да, я тебе. Я рядом. Они здесь это где? Ой, газом травят, гады. А, на квартал от вас и на юго-востоке. Если я не знаю, где ты сидишь, просто. А я рядом с остановкой на респе сижу практически. Вот ты. Буквально через два дома. Ой, у меня здесь прям вообще уже. Ё-моё. Они на респе уже. В высотках. Азимут 100 от гостиницы. Азимут 100 от гостиницы. 100 азимут от гостиницы. Крэп в районе контейнера, выглядел. А, на дитятавке снайпер со свода. Если можешь, сними его еще раз. Сейчас. Там парень с трубой на... рядом с гостиницей. По-моему, я убил его, этого снайпера, но я не уверен. Хорошо. Кто-то за гостиницей что-то сел куда-то. Хаммер, возможно. Нет, хаммер пуст. Там какой-то еще техника. Еще одного на 9 этажке брал. Здесь или будет один тот же, либо двоих. Ой, фосфор, гостиницу фосфор кинул. Около гостиницы на 4. Они настройки пройти. Противник настройки минимум 2 человека. Там стоит Хайлюкс, они в него и садили. Ага. Хайлюкс. Еще то, ё-мо. Ну одну трубу с они по гостинице уже отработали. Нет, я бы в стройку зарядил, пацан там лазит. Да понял. Да вылезет сейчас. Нет, я его уже обстрелял, он не вылезет. Знает. Понятно. Этот засранец там с высоткой так и сидит. С трубой, значит его не убил. На 100 от гостиницы. Да, он внизу сидит, многоэтажный дом не входябельный, он просто за ним сидит. Там их двое. Ты сейчас туда стреляешь? Да, я туда стреляю. Постреляй туда еще раз, чтобы они не сидели. Они с одного и другого. Живых нет. Пардончик одного. Он дым и кидал. Ага, дым вижу. Кто-то в гостинице бегает. Где конкретно? Ну, по внутри.
Флайер, у меня здесь противник. Убил. Это не он, еще один здесь. Душака работал по тебе. А, значит, он, типа. Надо еще раз выбежать туда за угол, короче. Я убегаю. Ух ты ж какой. Ну. Зданик тебе нашел. Кто это там? Кто там это? Азданика? Азданика. Ух, Азданик. Что-то кочегар, не пойми где. Своя война. Так как и азарт тоже, но у них что-то свое там. Свой план. Сметанка там все еще в школе что-то делает. Оккупант. Засрали. Мафыка. Короче, только Азданик играет. Ну и кочегар чует. Да, сейчас он всех перевожу здесь. Да, только честно сначала. А, о, форт еще. Чуть-чуть пытается. Я убил водителя? Они давят этого, что ли? Угу, форта. Азданика? Не, форта. А форта? А, кстати, краб, по-моему, понял, что там Азданик. Или нет? Только с другой стороны. Кто не убил? Я не знаю, кто там пулял. Кочегар. Нет, не кочегар. Нет, сумки, по-моему. Вообще звери. Муж кочегар. По-моему, да. Этис прилетела. Удар в спину. Слышу, так ты откуда я пришел? Лази. А, обидно. Ты что, мне не включилось это? Ты кто там? Мировой возьмем какой-то. Наверное, маловато народу будет. Тем более уже 11, я уже спать пойду. Эх. Это ж на следующей неделе поставим. Ну, окей, так. Я надеюсь, доделаю свою миску новую. А что за миска? Да, три цели уничтожить. На подогонку. Что-то интересное, да? По флешпоинту, скажем так. А, понял. Продолжение этого. Миссии, как она называется-то у меня? Буревестник. О, флайер произошел. Богоюз. Демьян пытался поднять меня и сломал ноги от здания. Я купался. Кто б знал? Он куда-то уехал. Это Демьян с пулемета так забирает. Выбил, он в другую сторону начал убегать. У него своя война. А потом приходит и убивается. Откуда у вас арта, Янг? С оптикой. Ну, с трупа взял. С трупа? А может это, кстати, это?
там вроде никого, но... Нет, это с трупом сделано. Хотя на том месте нет, наверное. Ну. Че ты? Бан. Наверное, отрубился. Кто в УАЗике был, как водителя? Да никто, это гражданские. Блин. Машины же, если гражданские ездят. Да. Не знал? Че, убило кого-то? Ну, блин, офигели там, как, пока ехали, думали, ёбаный в рот, УАЗик. Брат у нас едет. Демьян решил зашуметь шаги. Азарт смотрит в сторону выстрелов, нифига не понимает, что происходит. Ух ты, как я прикольно умер. А что произошло? У меня не было морфина, я искал беговый морфин, полностью перевязанный, но почему-то умер. Забавно. От боли. Сердечный приступ. Ой, если один спидер останется, тот раньше не видел такого. Он псих вообще какой-то. Он мать, а не чё там? Это Демьян, что ли? Что это за пулемётчик бешеный, который своих лупил? Демьян, что ли? Это Демьян. Спидер один. Ты его убил, что ли, да? Или что? Нет, он у меня гранатой кинул в меня. Скажи, дай. Бач. Таких пацанов банить да. надо. Суки. Идиот. А, меня, он короче, себя взорвал. Он меня, короче, два раза ранил. Тебя, получается, еще себя взорвал. Еще что-то пацан. Так что, заявка будет? Какая заявка? А что случилось? Какая, ну, ладно. Жопа идет. Ну ладно. Ну и поломать. Че он все тут долго-то? А спидер там сейчас будет сидеть долго. Да это понятно. Они, он еще палиться не будет специально. А тут время. Не, они не родят. Они не родят, это я уже понял. Дайте на него водочку, а то все-таки это арма, это не пропрят. Не по джентльмену. А! Походу уже. Кто-то писанул Кочегора. Аздоник? Аздоник, наверное. Че, Аздоник-то сразу? Чем он? Ой, все понятно. Да, а что так сразу отрицать? Че постоянно есть? Че так Аздоник? Все ясно с тобой. Ну а кто тут еще будет писать? Не, вот друзья. Все да. остальные честные, культурные люди. А, ну да, только я тут один. Аздонику никакого доверия нет. Нет. У тебя что, две гранаты фосфорные было? У меня больше. Нет. Эти фосфорки, ты был в бункере, да? Нет, да? Да, скажи, нет, 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 ты меня убил через стекло, я на лестнице стоял в противоположном доме. Ладно. О, гранатку кинули с Питера, подарили. Кто кинул? Кто? Все? А, да. Че, Питер, все? Все, все. Все. Ну, че вы? Я еще ноги в конце сломался. Он сейчас сгорит нахрен.